сюда. Кисюнчик. Удар в челюсть, но мы его не делаем. Мы только изображаем удар, на самом деле обходим голову, дергаем на себя и бьем в челюсть. Мы ставим блок, чтобы не пролетело. Вот такое вот дело. А потом уже делаем, что хотим.
И да-да-да-да-да-да-да. Заходим или бьем локтем, вместо того, чтобы ударить кулаком. Можно ударить кулаком, а можно ударить локтем. Противник или боксер привык вот к таким ударам, к прямым. А мы делаем удар другой совсем. Вроде как он идет по той же траектории, но мы сокращаем дистанцию для удара локтем. Удар локтем и сразу сметаемся с пути. Удар локтем и сметаем с пути. А здесь блок. Это есть один вариант, когда мы бьем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здесь вот защищаем печень. Удар печень. Блок. Защищаем челюсть, голову, печень, траектории, смотрите. Раз, два. Здесь защищаем печень, голову. Здесь защищаем печень, голову. А здесь солнечное сплетение. Вот, переворачиваем. Но не бьем, не бьем кулаком, а делаем захват за шею. Не бьем кулаком, а делаем захват за шею. И все, вот это, вот он. Вот он. И на себя. С кистью. Да так, чтобы кистью подбить под затылок и напялить на локоть. Второй вариант. Делаем то же самое, но заходим с обратной стороны. Не отсюда за шею подбиваем, а отсюда. И раз, два, три. А эта рука все то же самое делает. Просто мы немножко смещаемся уже в другую сторону. Если здесь мы шли налево, то здесь мы идем направо. Опа, прыжочком. Опа, прыжочком. Опа. 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 Постоянно блокировки. И заодно работаем ногами. Мы туда бьем, а здесь блокируемся. Но можем и ударить. Берем в руки оружие. Не бьем. А наносим удар оружием. Можно сделать кулаком удар. Опять же. Или мы делаем кулаком удар. Либо мы
за хват подбивчиваем. Или оп, обходим и рвем на себя. Вот так.